Итак, первое видео о фотографировании вот этих растяжек для обуви я выставил, где я прошу вас сказать мне, каким бы вы хотели видео. Но так как время идет, то я решил продолжить пока, а потом мы уже посмотрим, что вы там скажете. Дело в том, что для убыстрения этого процесса я поменял камеры. То есть сейчас там стоит Canon с 24-105 объективом, а этот объектив у меня падал пару раз. И поэтому, ну, будет картинка, скажем так, ну, не совсем такая резкая, как у Nikon. Ну, все-таки и помощнее Nikon, чем Canon 7. Но я думаю, что это компенсируется тем, что, во-первых, будет стоять именно так, как я снимал. То есть мне не надо строить по-новому и так далее. И что мне не придется менять туда-сюда, туда-сюда. Это тоже занимает огромную кучу времени. И опять же, преимущество моей трехдневной щетины не будет так сильно заметно. Ну, в общем, хватит болтовни. Да, кстати, скажите мне еще, я сейчас не делаю Photoshop, то есть я снимаю, Photoshop не делаю. Если вы хотите, я могу вставлять Photoshop в это видео, хотя там, конечно, ничего нового не будет. Но вдруг кто-то захочет посмотреть, я могу вставить, потому что эти видео будут короткими, и Photoshop их не особо как удлинит. Итак, вперед! Итак, снимаю вторую картинку из этой серии. То есть, казалось бы, задача та же. Вот эти вещи с эмблемкой должны быть задники резкие, дальше уходят в нерезкость. Ну, понятно, я вот сейчас вообще на 4 поставил диафрагму. И тут так. Во-первых, вы видите, что я опустил пониже, чтобы захватило все. А с другой стороны, чтобы не пересветить, вы понимаете, что при 4 диафрагме любой источник света, наши вспышки, они меньше, чем 10% не работают. Ну, даже 10% хватит на то, чтобы пересветить все насмерть. Поэтому сделаем, убьем сразу двух зайцев. Возьмем вот этот кусочек полупрозрачного пластика и поставим его вот здесь. Что у нас получится? Ну, во-первых, мы отсечем лишний свет, а во-вторых, у нас вот эта блестящая бронзовая эмблемка будет отражаться отсюда, то есть брать отражение отсюда, то есть равномерно будет освещена. Давайте попробуем. Вот сейчас мы это сделаем. Так. Прекрасно. Но проблемка, вы видите, в том, что у нас задники совсем темные. Ну, она решается просто. То есть я возьму сейчас кусочек пенопласта, освещу это, и с этой стороны я поступлю более жестко, я возьму отражатель вот этот и освещу еще и ближний ко мне задник. Так, ну что ж, делаем. Ну вот и все. То есть, как видите, хотя условия те же, но уже схема освещения меняется в зависимости от того, как нам надо снять. Ну, естественно, сейчас пойдем в Photoshop, отсечем вот этот вот розовый немножко оттенок, который дает этот пластик. Все-таки это дешевый пластик, не фото. Но в Photoshop мы быстро это исправим. И уберем там ненужные зажимы наши. То есть доведем картинку просто до конца. И в итоге получим вот это.
Вуаля. Итак, наше второе видео можно считать законченным. Фирма Петерсон и Айдар Питер говорит вам пока!